Всем привет! Вы на канале Game Dog. Это игрушка Танзи Панда Герои, и в этом видео я пойду на порталы, глава 11. Портал называется Небесные Руины, вот он, самый первый. И здесь вот такой вот босс, это какой-то одноглазый оборотень. Я на него ходил еще старым героем, Хелгуром, когда у него было 400к мощи. Сейчас у меня мощи немножко стало больше, всего лишь 450, и герой поменялся. Здесь написано, рекомендуемая моща 659 000. Получается, мне еще 200 000 не хватает, чтобы идти на этот портал. Но все же я попробую его пронести. Погнали! Отлично. Это печаль. Почему он такой сильный? Или точнее, почему я такой слабый? Короче, до данного портала мне еще мощи хотя бы нужно, наверное, минимум 500к набрать. А до 500к мне еще далековато. Далековато еще до 500к мне. Ладно, ребята, на этом все. Как вы заметили, у меня не хватает силёнок, чтобы этот портал пронести. Когда я прокачаю этому герою мощу примерно 500к, тогда я пойду на вторую попытку проноса этого портала. Видео у меня не получилось таким, каким я хотел, но я думаю, в следующем видео у меня получится. Так что всем пока. Пока что. Бай-бай. Пух!